Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, Саус Парк. Продолжаем бродить по замечательному космическому кораблю, на котором так замечательно насилуют замечательные человеческие задницы. Хотя, конечно, это ужасно, черт бы его побрал. А, у меня какое-то обновление, кстати, доступно, давай-ка проверять. Находки, группа, задание, карта способностей. Вот, как всегда, я далеко не с первого раза соображаю, чего к чему вообще. Давай-ка вот это разблокируем. Обрезание, это хорошая достаточно способность, давай купить. Отлично, теперь у меня что есть? Увеличивает урон, наносимый при использовании приема обрезания. Логично предположить, что если мы прокачиваем способность, у нее увеличивается урон. Давай. Что это нам дает? Отключи сигнализацию, ты достигнута. О, молодец, силовое поле отключено, возвращайся, а мы смотаемся отсюда. Стоп, хорошо, давай, смотаемся, без проблем. Как, вот сюда нажимать? Я просто не помню уже. Я не знаю, его оттрахали в задницу за последние 10 минут, раз так 50. Он поет, ему нормально. Так, спускаемся, да? О, еще один аудиодневник бомжа. Ну-ка, давай. День седьмой. Мне удалось найти один слегка забавный аудиожурнал. Женщина, которая была принесена на этом корабле, оставила аудиожурнал о каких-то бумагах, которые она оставила в шкафу пришельцев. И даже код 778. Это было круто, потому что до этого я не знал код, хотя когда я открыл шкаф, там был только какой-то переключатель. Не очень-то мне и нужный. Окей, я понял. О, бомж, привет! Ну вот он, я его нашел, я что, с ним поговорить не могу, что ли? Ну расскажи мне про аудиожурналы, про свои занудные, ну елки. А ну. Бомж, по-моему, немец-фашист, судя по выкрикам, я не понимаю. Я могу... Да-да-да, немецкий бомж, офигеть. Нет, это что-то не то. Это я не знаю, может быть, это... Какая-то аллюзия на Адольфа Гитлера, которого пришельцы на самом... Который на самом деле не застрелился, а пришельцы его, типа, на корабль, и он бороздит с ними просторы космоса, все дела. Не знаю. Инопланетный зонд, оружие. Смотри, я теперь могу кому-нибудь сраку-то подраскурочить. Требуемый предмет какой? Белый энергокристалл. О, ну понятно, сейчас мы будем в поисках. Давай сюда, по-моему, здесь Рэнди был. Ты можешь изменить уровень сложности игры в любое время, зайдя... Рэнди был в... Прекрасно, ты выжил! Хорошо, теперь используй ту штуковину, и мы сможем пойти домой. Он на самом деле ему сказал, ты справился. Он не сказал ему, прекрасно, ты выжил. Хотя, прекрасно, ты выжил, это тоже, признаться честно, вполне себе фраза кстати. Потому что каким хреном я выжил, я не знаю. Давай. Ну чё, еще разок давай его. Ой, я вообще не проследил. Блин. Я вообще не проследил, что там за эти. Давай, сейчас внимательно смотрю. Так. Так, 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 так. Так, да какого... А, что, горячо, горячо. Да, это горячее видео, конечно. Что, можно? Да что такое? Я думал так, нет, нет, будет больно, включи обратно, включи обратно. Разработчики специально издеваются над несчастным мужиком. Так, сюда, 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 сюда. Сюда, сюда. Получилось. Ну? Ага. Есть. Отлично. Ну и последний раз, я думаю. Все. О, во, молодец. Спасибо, пацан. Я не знаю, кто ты вообще, настоящий ли ты, но можешь считать меня своим другом. Только я надеюсь, ты не дружишь с ребятами так же, как с инопланетянами. До встречи. Потому что таким другом я быть не хочу. Мистер Марш, новый запрос на добавление в друзья. Главное, чтобы он свои фотографии не постил там. В Фейсбуке или где мы сидим. Белый энергокристалл элемент. Зайди в рубку... А, в рубку НЛО. Окей, хорошо, пошли. Я, блин, белый энергокристалл. Это ж куда это надо было? Сейчас. Это, по-моему, вниз надо было спускаться, да? Нет, нет, нет. Вот сюда, дальше идти. Во, во. Поехали, давай. А, теперь берем инопланетный зонд, используем на вот этой штуке. Сейчас вызываем лифт. Поехали. Поехали. Что-то к чему-то это сейчас, наверное, приведет. Так, значит, у нас, судя по всему, макет солнечной системы. Вот это солнце такое? Вот это вот. Я не знаю, я просто... Мне сложно представить себе солнце. Или подожди, или это планета Земля. Я не знаю, я... Солнце без лучиков, наверное, представить себе не могу. Может, я такое быдло, что вы... Если солнце, обязательно должны быть лучики.
Но главное, чтобы не рожа детская, как в телепузиках. Вот это было жизнь. Здравствуйте, товарищи. Ух ты, смотри, как они. Чего вы там надрачиваете? А, ну, то есть мне не отвертеться, мне придется сражаться. А что это за хрень у вас тут? Пришелец-пилот, щиты наперевес. Активизация защитной матрицы. Инопланетная защита. Тихо, ребят. А что, у меня здоровья вообще нет? А, это у меня защита там какая-то. Так, хорошо. Что мы можем поделать? Подожди, а я... Вот, допустим, я взял способность. Я вот эту хрень тоже могу раздолбить? А я вот думаю, наверное, с нее и начать, потому что она же сейчас будет очень мешать мне. Она же будет постоянно на них там щитки какие-то... О, почти. Я почти с ним справился. Ага, разбежался. Давайте. Атакуйте. Хрен у вас что выйдет? Да, блин, что ты будешь делать? Да, инопланетную защитную матрицу нужно убирать. Я могу на нее напасть? Да. Все, раздолбил. Ух, какой эффектный взрыв. Что ты сделал сейчас? Что ты сделал, придурок? Что он творит? Это было жестоко. Вы что, оборзели, что ли? Ну, я же ребенок, сделайте мне скидку на детскость. Детскость, хороший фраз. Так, и что? Тебя, что ли, попробовать? Да, блин, а, у меня маны не хватает, я все время забываю об этом. По-моему, я отбиваюсь потихонечку. У меня более-менее выходит. Давай, наверное, целебный эликсир не будем. Эликсир маны, давай, бухни. Эликсир маны, так называемый. А, вот мана, правильно, это же очки силы. Теперь давай, сейчас его, и сейчас я нажму кнопку А. И хорошенечко на него позадану. Вот так. Ну что, все равно слабенько. Давай, хорошо, давай так. Давай теперь посмотрим, как обычный удар на него. То же самое, да, то есть... Бзди, не бзди, а результат один. Черт, я ж сейчас погибну нахрен. Так, надо срочно жрать. Давай большую порцию, хавай. Отлично. Ну и теперь, я думаю, самое время. Давай обрежем. Обрежем нашего приятеля. А, что я сделал? И все равно ведь нехило так отнялось. Так, погоди, как-то можно от этого защититься? Ну-ка. Успел, чуть-чуть совсем отняло. Ой, хорошо, так, давай, наверное, мы как сделаем? Мы сейчас выпьем эликсир силы, где он у нас? Вот, большой, да нет, зачем большой, обычный выпьем? Наверное, пращу в него, брошу уже, это 100% верняк, как бы. А, я не в того бросил, по-моему, ну ладно, в того же тоже не повредит. Не, в того, все правильно, он почти сдох, у него еще и атака хромает плюс ко всему. Мне, кстати, праща какая-то стала, она хромоты добавляет, я знаю. Ля-ля-ля-ля-ля, все, чувак. До свидания. Да ты что, издеваешься, что ли? Тошнило. Ну да. Давай, наверное, так. Целебный эликсир, маленькая порция. Ням-ням. Это я на легком играю, в принципе, не скажу, что так уж легко. А как бы я полыхал на тяжелом. Все, один точно уже, ну, готов, ну, по-любому. Теперь пришелец-пилот, как поставил. Так, хорошо, сейчас он нашлет это говно на себе, на меня. Есть! Отлично! Ахаха! Так, хорошо, давай. Раз. Немножечко, понемножечку будем отнимать. Потом эликсир силы, пожалуй, выпью один. Да, давай. Эликсир силы выпью. Теперь. Так. Есть! Вот сейчас получится, отлично. Вот, уже неплохо покромсал. И сейчас у него еще и кровотечение будет. Но будет, наверное, постепенно отниматься здоровье помимо этого. Есть, хорошо. Сейчас надо подлечиться маленечко. Эликсир. Большая. Да не, давай, наверное, маленькую. Давай маленькую, не будем все прям транжирить. А до хрена я всего собирал, насобирал на этом корабле, надо признать. Раз, хорошо. Так, отлично. Режим уничтожения. Ты что делаешь? Что у него там за режим? Что он делает? А, и глянь, его еще и тошнит. Пожар. А, вот это вот режим уничтожения. Так, да? Хорошо, его еще тошнит плюс ко всему. Опять эликсир силы. Давай, жри. Сейчас, я думаю, я в него пращу брошу, потом его еще стошнит, наверное, и на этом, в принципе, все. А, даже без тошноты я его уделал. Ну, я рад, что я победил. А это что еще за стюардесса? О, какая прелесть. То есть, подожди. Посадить НЛО, мне кажется, в аварийной ситуации не так просто.
Квест, да. Об этом я и говорил. А теперь мне надо будет собирать эти осколки и какие-то артефакты, может, там, да, по всему городу. Называется угадай квест. Не, мне кажется, наверное, не в этом будет. Что? Ой, я этого типа... Да. В какой именно локации? Сколько людей в городе? Иди туда и позаботься обо всем. Это может все изменить. Пошевеливайтесь там. Еще один НЛО разбился. Мне необходимо заполучить его до японцев или что там будет? Я точно слышал слово японцы. А каким хреном японцы успеют до тебя, если он в США разбился? Ага, то есть я так понимаю, это типа первой главы я завершил, да, на данный момент? Так, открываем глаза, просыпай. У тебя там что-то... А, крестики такие. А, это часть перчаток эльфийских, да? Костюмы Стартрека и эльфийские перчатки, обалдеть. Похищение инопланетянами. Победа, опыт плюс 95. Кстати, чуть не забыл. Инопланетный зонд, костыль слабости, полицейская дубинка. Ну-ка, мне кажется, что нужно... Я бы вот это взял, да, я вот это бы взял с собой. Однозначно, потому что, ну как такой штукой не посражаться, в конце концов. Это ж надо кем быть, чтоб... Я прям... Новое сообщение от пользователя Мистер Марш, слушай, давай дружить. У меня такая хрень сейчас в руке, если тебе понравится. Давай, я приду в гости. Крейг теперь без пары, мой класс целитель, да. Значит, слушай, в коридоре справа от комнаты, в которой нас заперли, есть лифт. На нем можно отсюда выбраться. Однако, боюсь, я его сломал, когда в последний раз им пользовался. Так что тебе придется. Да, еще раз спасибо, что вызволил. А я просил их остановиться, но, похоже, я чересчур вежлив, да. Эй, новичок, спасибо, что поиграл с нами вчера. Так, здорово было. Может, поиграешь сегодня с нами? Чего, куда я денусь, блин, слышь, не поиграть с вами еще. Я сейчас с вами, ух, как поиграю. Ты посмотри, что у меня есть, а. Сейчас будем сражаться. А где мои родители, придурочные, блин? Я понять не могу, они что, меня бросили? Здорово, богатырь. Доброе утро. Ты не думаешь, я похлопаю тебя по плечу просто потому, что ты с кем-то подружился, а? Вот когда у тебя будет много друзей, я стану тобой гордиться. Ой, есть у тебя друзей. Я тоже буду твоим другом, солнышко. Вы все думали, что ты популярен. Ох, блин, один новый друг. Где сообщений от него? Никаких? А где, кстати, список друзей? Группа, да, вот это вот? Не, находки, точно, я вспомнил. Так, задание. А, дополнительные задания. Ух, я всего это даже еще не смотрел. Сколько тут всякого говна. Тут есть куча дополнительных заданий. Че? Руководство охотника, да. Сенсор чил медведа свина, ключ от гаража сточи, ключ от гаража Джимми. О боже, чем только... Канадское блюдо Путин, конечно же, как без этого. Чем только не заняться, а? Холодильник открой, пожрем. Не пожрем? Ну ладно, не хочет. Плюс 2 доллара? А где? Я подошел просто... На столе, что ли, лежал? Не знаю. Ладно, хорошо. Бананчик, помидорчик, грушка, бананчик, помидорчик. Так, пошли отсюда, короче, а то... То есть сейчас захочу фруктов, а фруктов у меня в доме нет, я буду очень долго расстраиваться из-за этого. А, боже мой! Они появились, откуда не возьмись! Сначала было жуткое землетрясение, потом пожар у меня на заднем дворе. Ты разве не слышал об этом? Во всех новостях уже. Мощное землетрясение, многочисленный пожар в районе Южного парка разбудили жителей города прошлой ночью. Карен в бикини с места происшествия. Том, представители администрации заверяют все, что не произошло ничего необычного. По их словам, единственной причиной, по которой были возведены гигантские шатры, покрывающие территорию, является строительство нового ресторана Taco Bell, открытие которого состоится в текущем месяце. Спасибо, Карлик, обошаюсь Taco Bell. Мэр Южного парка утверждает, что вчерашние толчки и возгорания под контролем, а также выражает надежду, что школы и предприятия совсем скоро заработают снова. Это ужасно. Ты не понимаешь? Эльфы, они забрали палку. Это херня собачья, потому что так нечестно. Мы же договаривались не трогать палку ночью. Эльфы мелкие грязные обманщики. Нам придется сравнить с землей их базу до основания. Ты обладаешь поразительной способностью быстро заводить друзей, царчему. А моему королевству требуются воины. Повелеваю тебе пойти в землю Зарона и завербовать новых защитников крепости Кул. Отыщи готов и отдай им это письмо. Уговори их присоединиться к нам, дабы мы смогли стереть темных эльфов с лица земли. Сраные жулики. Не трогать палку, да? Нельзя трогать палку. Жалко, потому что у меня такая палка, я ее уже вовсю трогаю, да? Ох, шутки про фул-имитаторы не устаревают. Есть парики и средства макияжа не избавляют от неуверенности в себе. Не знаю, пройди, я не знаю, пикап-тренинг. Что сейчас будет написано? Я не успел прочитать. Кстати, Кенни, здорово. Ты в курсе, что я тебе должен цветочек дать, блин? Где? Вот, цветок для принцессы. Смотри, так это прямо вот здесь. Это прямо следующий дом. Где тут цветок? Новое сообщение от пользователя Мистер Марш. Объединись с готами. Так. Я могу туда пройти? Так где? В игре спрятано 30 чин покамонов. Сможешь отыскать?
Всех не смогу, делать мне нехер. Стоп, это у нас Баттерс из Тотчи. У них где-то цветок есть? Я понять не могу. А ну, сейчас, стоп. Есть еще какой вариант, что этот цветок находится не у них в доме, а снаружи, там какой-то как вулканчик был или что-то, какая-то хрень. А, может быть, в комнате у Баттерса, кстати. О, смотри-ка, одного взял. Чин Покамон. А, это я помню, это маленький народец его, по-моему, я это уже говорил. Даже мне кажется. Так, здесь никакого цветка я, видимо, не найду. Так, здесь, наверное, тоже. А ну, давай выходи, давай в соседнюю комнатку. О! Хороший цветок. Не, Кенни, тебе не нравится? О! Ну, по-любому... Да ладно, ну, блин, как так? Ну, что же это такое? Я уже не сомневался. В окно нельзя сигануть за цветком? Нельзя. Хорошо, значит, скорее всего, это где-то снаружи. Ну, забрать все, конечно же. Как это я вообще мимо прошел? Я уже должен был все это давно украсть. Я тут уже бывал. Я уже бывал в доме Баттерса. Этот цветок тоже нельзя. Вот это, наверное, хрень, да? Что это такое? Не-не-не, не то, не то. Не то говорю. Хорошо, пробуем тогда рев драконов. Вонючары пробуем. Тоже не срабатывает. А что ж такое? Вот этот цветок, что ли? Или какой цветок? А, блин, можно еще в гараж сходить. Деньги, эликсир скорости, челка. Эликсир скорости, скорости полный. О, у меня куча скорости. Так, перчатки друида, безумный велосипед. О, хорошо, взял, допустим. Так, тут у нас... А, это, наверное... Не-не-не, это, наверное, на заднем дворе Картмана, блин, а не Баттерса. Так, сейчас. Ну, сейчас запустится по-любому. То есть я сейчас этот цветок-то не возьму. Сейчас по-любому запустится какой-нибудь очередной диалог. Бородка злобного Картмана. Ключ от гаража Картмана. О, давай ключ от гаража Картмана. Сейчас в гараж, наверное, зайдем, посмотрим, что у него там есть. Сейчас даже можно обворовать, почему бы этого не сделать. Серая краска, борода волшебника. Забрать. Чин Покамон! Давай. Отлично. Теперь... У меня этих чин покамонов целых, я не знаю, 6, что ли, было написано, я не помню. Осталось всего лишь, блин, 24 чин покамонов. Ладно, понял, посмотрел и хорош. Купакип, побежал. Оружие ближнего боя, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Год, пожалуйста. То есть, это как раз в преддверии, нам нужно будет его найти с ним. Цветок, по-моему, должен быть на заднем дворе Картмана, наверное. Я бы мне вот как будто кто-то это где-то сказал, и я это вспомнил сейчас. Честно говоря, не уверен, где это услышал. Сейчас, так. А, вот он! Отлично. Так, элемент задач. Слышь, Кенни. Отдай нарц... Кенни, ты что, дурачок, что ли, совсем? Где ты? Как отдать тебе на... Погоди, давай сюда. Так, хорошо, я понял. Надо его, значит, получается... Так. Боже, сколько всякого дерьма у меня. Дилда, во, это где-то здесь, да? Где цветок нарцисс? Как... И как я его отдам? Мне вот очень интересно. Или он идет как часть оружия, я понять не могу. Сейчас, секундочку. Подбородки, какие-то пейсы, херейсы. Так, рыжий Патрик. Зачем мне рыжий Патрик? Плюсень следующий зим. Ну вот еще как бы здесь. Ну здесь Алексей. Ну значит он тут. Это значит, что он тут. Так, еще раз. Цветок. Ну давай, ну покажись. Чтоб тебя... Ладно. Если ты не дерешься, может, я тебя заруб... Все, идите нафиг. Короче, я пошел к Картману. Надо же, наверное, с Картманом пообщаться, правильно? Или нет? Или мне вообще не надо с Картманом вообще? Чего я взял? Мне надо к Готэм пойти. Не могу говорить, нужна практика. Ну, вообще, мне, по идее, надо бы вот к нему. Великий магистр сказал, что я за главного магазина, потому что я говорю, как Клайн. Я не говорю, как Клайн. Ладно, позже. Добро пожаловать, утомленный путник. Желаешь ли взглянуть на мои товары? Давай-ка тебе что-нибудь продадим. Что у меня тут есть? Снаряжение. Сейчас еще раз. Продать имидж оружия нашивки. Корзина. Что за корзина? А, ну вот этого всякого говна полным-полно. Да, можно продать. Окей, давай. Продать. Так. Продать оптом. Так, сломанная стрела. Продать. Использованный шлиф. Продать оптом. Оторванный мексиканская зыщая лягушка. Продать. Ржавая труба. Продать. Старая губка продать, бейсбольная... Ну, я не знаю, может, мне что-то тут и пригодится, но честно. Давай вот этих книг оставим, я не знаю. Хотя зачем, казалось бы, да? Кучка щепок, фигурка Филиппа, фигурка Терренс. Ну, давай Филиппа продадим, Терренса оставим. Игрушечную машину продадим. Хотя я вот честно не знаю, нахера мне может пригодиться, честно. Вот. Короче, весь этот хлам, пусть он пойдет нафиг.
Пустая банка из-под клея, маркер, осколок стекла, крем, карандаш, значок, фломастер, может, значок надеть. Что случилось со школой? Игрушечный грузовик, но это мне однозначно не пригодится. Рисунок возлюбленный. Дилда. Какой-нибудь дилда, может? Дилда-щекотун. Давай продадим. Звучит ужасно. Отвертка, фотографии, изюминки. Флешка? Зачем нам флешка? Мы тут вроде компьютерами не пользуемся. Кусок кристалла. Премия «Самый большой говнюк». Не, мне это надо оставить. Мне кажется, святая бумага. Да, давай продадим. Это вообще не нужно. Бита Барри Бонса. Фотография невесты мистера Адлера. Господи Иисус. Две ложки давай продадим. Мыло на веревке, давай продадим. Хороший комплект, да, мыло на веревке. Ловковые волосы, думаю, да, не нужны особо, не нужны. Космические деньги, конечно, продадим, потому что ими не воспользуешься. Использованный жаргон какой-то. Литература, автотрав, понятно. А что мы можем купить? Давай купим потребляемых веществ. Вот это купим. Потом, почему у меня деньги прибавились, я понял. А, нет, отнялись, все, мне показалось. Эликсир силы. Так. Маленькая порция. Так. Эликсир маны большой возьмем. Воскрешающий эликсир возьмем. Так. Эликсир. Так. Вот этого наберем, наберем, наберем. Наберем, наберем, наберем. Наберем, 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 кстати говоря. Ты чё? Да. Ну, я думаю, пока хватит. Оружие. Какое есть оружие? Лук отстойность священная. Ну, это мое оружие. А если, подожди, а если купить оружие? О, волшебная палочка, все, что у него есть. Жирный клинок капитана, жирная борода. Получаем 20% больше денег. Я могу им пользоваться? Какая прелесть. Купить, все. Моя дилда отпадает, снаряжение. Ну, здесь, не знаю, головной убор, как бы. Ну, можно, наверное, купить головной убор. И я думаю, наверное, перчатки можно купить тоже, потому что я все-таки KKK, правильно? Оружие на ремнях, наклейка, мол, ладно. Ладно. Так, назад закрыть. Давай-ка обмундируемся. Обмундируемся. Отлично, клинок взяли. Теперь что у нас? Доспехи KKK. И перчатки KKK. Так. Шлем пришельца. Почему шлем пришельца? Зачем мне шлем пришельца? Мне нужен головной убор KKK. О, вот такой вот я крутой теперь тип. По-моему, замечательно, мне нравится. Цветочки я взял, подарить не могу почему-то. Ладно, ничего страшного. Может, потом получится, может, я потом соображу. В принципе, если этот прикол будет, он же, может быть, доступен будет и дальше. То есть, а может быть, я уже просрал, может, он уже недоступен. Потому что я реально не вижу нигде этот цветок. Вот я сейчас напродавал кучу барахла, вот сейчас попробую. Где цветок? Вот где цветок? Ну, нету ничего. Вот. Нету, я абсолютно, я не знаю, я не могу быть настолько слепым. Нарцисс я там брал, мать его. И ничего ему подарить нельзя. Хорошо. Ах, цветок для принцессы, да, да. Жалко. Дом Кенни. Чел, медведа, свин, охота, ферма. Какое задание вообще? Охота на крупную дичь с Джимбо. Вот. Опять. Завербуй готов. Мне сюда, мне в школу. Хорошо, погнали. Погнали, найдем сейчас Кенни с тобой какой-нибудь флажок быстрого перемещения. И быстро переместимся, собственно, к готам, да. Так, окей, сюда. Так, та-дам. Так, где там эта школа долбаная? Отлично. Ты можешь изменить уровень сложности игры в любое время. Да, я это уже, собственно, сделал, потому что я не умею играть. Уже играем на легком. Сюда можно, кстати, пройти? Смотри-ка, можно. Вот мне кажется, наверное, они где-то там должны тусить. В самой школе я их вряд ли найду. Да, и, наверное, я прав. Наверное, я прав, потому что вот мусорка в факультете. Он... О, пожалуйста. Ключ для школьной кухни. Вот солист группы The Cure, судя по всему, сидит перед нами. Давай заговорим. Здрасте, слуги тьмы. А кто это? Это новичок, о котором люди толкуют. Валить отсюда новичков. Новичок, здесь только для детей готов место. Блин, это он! Твою мать! Я реально думал, это тоже год боковым зрением. Занять королевство крепости купить для борьбы против злобных эльфов. Принимаем добровольцев. Извини, Фродо, мы не играем в говнюков разбойников. А, валяйте, новичок. Давайте уже это сделаем. Мы никогда ничего такого не делаем.
Ни за что, мы не можем делать то, что он просит. Он же конформист. Взгляни на его шмотки и прическу. Ты что, дурак? Ну, что тебе скажу, новичок, нормально приоденься, купи сигареты, кофе и потом уже поговорим. Да, если хочешь доказать, что один из нас, ты должен выглядеть как мы. Возможно, только тогда мы будем с тобой общаться. Я конформист. Вот в этом вот, я конформист. С этим мечом замечательным, светящимся в темноте. С этой вот щеточкой из башки, я конформист. Все же так ходят, писк моды. Завоюй доверие готов, раздобудь сигарет, найди кофе. Прекрасно. Как вообще, купи готичную одежду. Замечательно учит эта игра хорошему. Готичный пес. Вы что, охренели? Купи, у меня купилки не хватит. Блин, я вон потратил бабла. Сколько у меня там осталось-то? Где деньги? А где мои деньги? $38, блин? На что я куплю? Денег нет. Ладно. Так, я понял. Во-первых, если ищешь курева, сходи к шестиклашкам. Они вечно тусуются у оружейного магазина Джуни. Один клевый старик продает шмотки на другом конце города. Ой, я тебя умоляю. Какой год ходит в таких шмотках? Я вижу только смерть и гниение. Для меня ты только гниющий труп. Гниющий труп — это вот ходит. Чё ты на меня гонишь? Он умирал уже раз 500, наверное. А они меня так оскорбляют. И не стыдно? Так, Тимми подвезет. Тимми, конечно, молодец, что подвезет, но... А ты кто? Здрасте. Не хочет разговаривать. Значит так, Джимбо, да? Нонконформист. Давай вот сюда, значит, меня подвози сейчас. Поговорим с этими... шестиклассниками или с кем-то. А, да пошел ты к черту, не хочу, блин, отстань. Я хочу... Последняя сигарета, есть еще? Да, только что стащил новую пачку. Только не зубочистки опять. Вали, мы тут курить пытаемся. Бери свои дурацкие волосы и провали. Стоп. Ну на тебе, сука. Я понял, надо с ними подраться, наверное, только так. А я вообще справлюсь? Так, клинок капитана Жирная Борода. А ну-ка, как он будет действовать? Раз. Нормально. Мне нравится. Так, теперь еще тебя вот так вот добьем. Раз. Два. Три. Отлично, куряга почти готов. Ну, это как-то было слабенько. А, он оглушает, да? Собака, он оглушает. Ага, обломись. Так, хорошо, само очарование. Давай, наверное, пусть вот этого вот потошнит, что ли. Ой, а как? Я уже и забыл, что надо нажимать. Блин, там инструкции не было. А, просто вот так достаточно показать, все, у него атака хромает. Хорошо. Теперь... Ну, я не знаю, давай вот его же тогда. Раз, два, три. Хорошо, пусть так. Обломись, чувак, не получится. Не так это просто. О, есть, я ему еще и по жопе дал. Отлично. Раз, два, три. Так, хорошо, теперь, наверное, что будем делать? Теперь я бы вот так вот взял, наверное. Сколько у тебя здоровья, проныры, куряга? Вот так вот тебя... Блин, я Кенни должен был подвинуть. Я забыл, черт возьми. Ну ладно, может быть, Кенни сейчас сам, да, сам перекуси, Кенни. Отлично, молодец, выпей, красавец. Теперь, я думаю, самое время, наверное, проявить какую-то из твоих замечательных... Растопчи вражеский ряд, проехав по противнику верхом. Именно вражеский ряд. То есть этому тоже достанется. Ну-ка, как это делается? Нажимай указанную клавишу. Ну, нажимаю. Чё? О боже! Твою мать! Что такое? А! Ты чё, блин? Да я даже... Блин, я засмотрелся на все это говно, я даже не успел сообразить. Ну ладно, Кенни, все, Кенни у нас отпадает. Я понял. На! Хорошо, давай теперь просто ему уже поддадим и не будем издеваться над человеком. Все, хорош. Так, теперь надо забрать у них сигареты. Я так понял, я могу их обыскать? Сигареты, отлично! Отлично. Отпиздил шестиклассников. Какой я молодец. Закрыть. Вот надо уже эликсир скорости этот использовать. Ну, просто я не знаю, как бы зачем. Он мне особо пока не был нужен. Так. Давай-ка теперь смотреть, куда еще нам нужно по правилам этого квеста. Охота на крупную дичь? Нет, это меня не интересует. Это второстепенное задание. Вот, нонконформист. И вот нонконформист. То есть мне нужно аж в тот конец города. Окей, давай сейчас надеяться, что я смогу мимо них проскочить. Давай, бежим. Я не хочу с ними связаться. Пошли к черту. Теперь сюда.
И где-нибудь поближе, наверное, вот, вот у нас нон-конформист, да? Ну, к дому Токена, значит, переместимся. Раз я переместился к дому Токена, меня сейчас, по-видимому, сохранит, и на этом уже серию можно закончить. Я думаю. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк, открывайте описание к ролику, там есть плейлист на South Park, многие другие игры. Ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.